Здравствуйте, меня зовут Задынчук Ольга Владимировна. Я веду клуб «Игры народов мира» при Центре народной культуры «Мироват», который находится на Динамовской, 4. Кроме настольных подвижных игр, мы в том числе играем в лапту. Уже с 15 декабря практически каждую субботу. Пропустили только морозы, потому что минус 30, как-то прохладно бегать по улице. Играют у нас и дети, и взрослые, и подростки. Все приходят, кто желающий. В лапту мы играем бесплатно. Собираемся каждую субботу в 3 часа, с 3 до 5, в сквере имени Фомченко. Приглашаем всех. Приходите, будем рады. Спасибо. Пусть каждый город, каждый дом, в котором мы с тобой живем, мотив запомнит этой песни. Здравствуй, молодежь! Выбор, как живешь, Луга, Тихвин снова вместе. Мы вместе, мы одна семья, здесь живем не зря, в этом самом лучшем месте. Вместе озера, реки и леса услышат наши голоса, вблизи от северной Пальмиры. За годом пусть проходит год, ее спою для вас, кумиры. Здравствуй, молодежь, Волхов, как живешь, Сланцы, Гатчина, мы вместе. Мы одна семья, здесь живем не зря. Ну, я тут играю, получаю удовольствие. С родителями? Ну, с родителями. Угу. Все время вместе с родителями приходите, да? Ну, с родителями, с бабушкой. И с папой. С папой, мамой, с бабушкой. Переменные. У нас Ванечка самый активный участник. Он уже всех родственников сюда привел, всех уговорил, всех сагитировал. И самый быстрый у нас бегун. Здорово. После того, как мы поиграем, мы пьем чай. Ищем новых друзей, знакомимся, общаемся. И потом мы еще иногда играем в другие игры. Настольные, шахматы там разные. И лапта – это русская и народная игра. Мы приглашаем всех желающих нам еще в компанию. Играть в лапту по субботам. По субботам, да. А потом попить горячего чая и пообщаться. И поиграть в разные игры. Да. Настольные. Молодцы. Не добавим больше ничего. Приходите, тут весело. Молодец, спасибо. Мы одна семья, здесь живем не зря, в этом самом лучшем месте. Вечно в сердце родная земля.